Мы ждали проведения сегодняшней встречи целых 3 года. Она оказалась очень плодотворной, потому что нам было что обсудить. Мы с нетерпением ждали встречи с коллегами из России. Мы хотели, чтобы они рассказали нам о технологии «Славянка», ее преимуществах, достоинствах и перспективах. И сегодня, после того, как мы увидели ее своими глазами вживую, мы определенно испытали большой интерес к самой технологии, а также к инвестированию в проект. Мы полагаем, что у данной технологии и самого проекта большое будущее, ведь уникальная возможность ее заполучить имеется именно в рамках данного проекта. Встреча была очень интересной для специалистов, так как данная технология является новинкой, и о ней нам рассказали сегодня первый раз вживую. Конечно, мы видели соответствующие видеоролики, новости, но они были весьма обобщенными, не полностью раскрывающие технологию. А сегодня присутствующие специалисты могли вблизи рассмотреть принцип действия «Славянки», потрогать конструкцию своими руками и убедиться в том, что данная технология действительно невероятная и очень перспективная. Я очень рад встретиться с коллегами из России. Первый раз они обратились ко мне помочь присоединить электродвигатель к батарее. Эта самая конструкция использовалась на презентации сегодня. Я был очень рад услышать лекцию Андрея Лобова об электродвигателе с широким спектром применения. Я был удивлен, что он может использоваться как в рыбацких лодках, в снегоходах, трициклах и даже в электромобилях, что действительно очень-очень интересно. Потому что в данный момент совершается переход к использованию электроэнергии в качестве топлива. В Индонезии очень активное солнечное излучение, поэтому данная энергия может использоваться для заряда аккумулятора, а также совместно с двигателем, разработанным российскими коллегами. На мой взгляд, эффективность данного двигателя весьма-весьма высока. Это все благодаря специальной технологии совмещенных обмоток «Славянка». Поэтому он может использоваться в рыбацких лодках без использования углеводородного топлива. В Индонезии много солнца. Энергия, которая может поглощаться для зарядки аккумулятора, в дальнейшем приведет в действие сам электродвигатель. И это действительно очень интересная и перспективная технология. Совмещенные обмотки «Звезда» и «Треугольник» делают эту технологию очень экономичной и подходящей для использования в Индонезии. В частности, в прибрежных районах, а также для трициклов в районах с бездорожьем. Инженеры, посетившие сегодняшнее мероприятие, с большим энтузиазмом изучали всю информацию, предоставленную Андреем Лобовым. Это были патенты, исследования, а также видеопрезентации. Нас также попросили оказать помощь коллегам из России, например, в установке конструкции на рыбацкие лодки. Мы готовы помочь найти применение производимым двигателям. Рыбацкие лодки, трициклы, перевозка товаров, все что угодно. Мы готовы помочь уже сейчас и удовлетворить все запросы коллег из России. Я очень благодарен коллегам из России за то, что пригласили меня на сегодняшнюю встречу. Я буду рад продолжить сотрудничество, помочь коллегам в развитии проекта.